Спасибо. Сказал Юля себе. Ну мне. Но я один удар всего. Подумаешь, один удар кувалды. Что такое нашел один удар кувалды? Да вообще. Обосвали. Агат. Агат, агат, изумруд. Почему попку дурака? Отличный игрок, ропит. Че, у нас все убежали? Один Рокет остался самый выносливый. Вот, бля. Как он там выразился, ты самый... Такой. Хватит меня бить. На кибергейм, ой, на гудгейм. Да ни хрена он не делает на X. АЦЗ это X, все, на X уже он тупнет. Что ты говоришь, ли? Говорю, на кибер с гудгейм. Да, с гудгейм. 10 человек смотрит. Че меня бьешь? Да в смысле? Да я не тебе. Вот тебя нахлобучил, фицап. Так что пишите с Гудгейма, если, конечно, зареганы там тоже. Да, мы вас будем видеть. Да, мы все увидим. Да, там жесткое ограничение. Ну там не сразу писать можно, это они для антиспам, наверное. Еще есть. Комбо. Ну вот с сегодняшнего дня уже можно. Нет, там, понимаешь, еще и человек, когда зарегался, он не сразу может писать. А, ну, наверное. То есть там два дня, что ли. Ясно, ну да. Просто некоторые жалуются, что с твича чата хреновый. Вот теперь можете из гудгейма писать, ради бога. Ну да. Блин, я не успел. Ай, зря я. Он не умер. Ой. Да, я еще не умер. Да. Ну раз ты молчишь. Да-да-да. За ногу вставай. Да что ты? Похоже, мы уже не встанем. Не, АЦЗ XB у меня не получается. Икса тоже никак. Подожди. АЦЗ. Он начинает бросать пилов в шип, да? Сам, короче, сначала пробуй, потом расскажешь. Не, ну я правильно говорю. Врешь ты. Там нужно в определенный момент Б начинать нажимать. Если раньше нажмешь, он не будет делать. Пойти лагерь. Ты дойн, отлично. А, Т, З, Х, 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 Б. Вот он делает все. Оп, умер. Что ты? Ни хрена себе, гад какой. Да что ты? Хорошо, еще палитры у них разные. Видишь, спецэффекты цветов иногда довольно странных. Это потому, что палитры на них не хватает. Интересно. То есть они поэтому и выключались, чтобы меньше тратить ресурсов и палитру не отнимать.
интересно. Но мы их включили, Шелберн включил. Бежать успел. Надо было к Рингу. Может, в руках Шелла попугая заговорил? Не успел. Бога опять потеряли в защите. Так они же не на результат, по-моему, играют. Чисто так, для фана. Но если выиграем, это тоже неплохо. Ну да. Вероятность того, что мы выиграем, как бы недостаточно. Ну, факт то, что вы не специально играете там. И вы не рассчитываете. Ну нет, просто играем в удовольствие, пока не надоело. А я разогнался. Я об этом не говорю. Ты видел? Видел он тебя, это того. Да он вообще гад. Шел отсюда. Куда ты там? Ты куда полез? Перехватываешь. Ну, что, бегай туда-сюда. Ай. Странно. Не в ту сторону, а ЗЦ. Наверное, за 3. Не, я так уже делал, да, ЗЦ нормально работает. Но в этот раз вы что-то не сканал. Обоззаться. Так, комбо. Сейчас ее опять, наверное, просру. Так что начинает у меня. Правильно. Ай, ну, вообще нормально. Правильно, это дядя Фёдор, бутерброды ешь. Ой, гад. Комбо. Успел. Гад. Ну, а нет, это не я, хорошо. Так, комбо. Видел ли ты профессиональный прыжок? Да, вот, конечно, задержка. Ага. Опять затупил. Ну это сложно, я говорю. Чаще всего ты прыгнешь мимо, а это новичок особенно. Даже средний игрок будет все время мимо прыгать. Ой. Ты типа пустое место, что ли, прыгнул? Ну, пустое место, да. Тут целиться нужно, понимаешь? То есть тут сам регулируешь, как бы, каким прыжком прыгнуть, на какую, как бы, длину прыгнуть. Не просто так. Пошел нафиг. Бьешь? А, ну а я. Черт. Ушел. Ну ты зачем подошел? Я ж не знал, что он так криво у тебя работает. Ну он быстро отошел. А, ты начал? Ну чё? Ну не получается у меня что-то в этом месте, хреново как-то. Окей. Не успеваю я нажать нужный момент. О! Ой. Комбо. Давай.
не вышло. Видишь, не вышло. Отличная игра была никаком, сочетаются прием. То есть Шелл может что-то начать делать, я, видишь, добавляю. Да, удар так особенно. Ну, один удар. И пошел, наверное. Не, я тут. Что-то все лагает, как-то странно. Короче, когда сдохню, я открою диспетчер. Да надо посмотреть, я торрент, ты мне тоже не выключил. Навряд. Блин, как. Ну я вижу, игра отличается по геймплею от того же Mortal. Ну да. Так что для разнообразия эта игра вполне составит. Нет. Не, вообще, у меня все зашибись. И кроме... у меня тоже ничего нет. Кроме... Привет, Андрен. Давай-ка я тогда бомбану. А, чуть, ну, хнюс клестут. Я думал, он уже не выдержал все его каналии. Я тоже встал. И упал под стол. А нет, он живучий оказался. Я поражаю. Да чё, блин, ни хрена не работает. Ну, ты думал. Опять лаги, как так вообще? Чего это? Игра ведь веселая. Пишет. Ну да, весело. Особенно если тут кооператив какой-то можно какой-то да, да. Делать. То есть один пинает, другой допинывает, третий перепинывает. То есть очень красивую ситуацию можно сделать. В лепешку. Так, ладно, у него чё? Декер. Ну, сейчас подумаю, как у тебя лучше сказать. А, короче, наверное... я С начал. Давай, С, А, Х, З. С, А, только Х, З. Через 10 минут Денис уходит. За эти 10 минут вы просто обязаны, просто тащи. Должны. Да, пройти. Ну да ты тут хвалишься. После хвалилки, кстати, Липецка, вот если ударить, то тройной дамаж будет, то есть тройной ущерб. Представляешь? С любым ударом. То есть если мощным ударом ударит, он почти с одного удара убивает. Причем это может игрок делать. Вот как я сейчас сделал. Ну что делаешь? Ну блин, я ж ничего не нажимал. Я как упал, ничего не нажимал, он встал и толкнул га. Не буду я прыгать. А чё у тебя шел другой какой-то чат? Да, у меня. Вот смотри, Брэдхарт почти убил, Лик, смотри. Хреново, что у меня задержка, конечно. Нет, как раз задержка, хорошо, что ты увидел, как бы, когда я говорил. Посмотрел, конечно. Но это же не твичевский точно чат. Нет, не ты. И не тот, который я тебе давал. Нет, не тот. Тут у меня 2 гигабайта просит установочного места. Нет, фреймворк. Нет, фреймворк просит. А, фреймворк просит. Ну да. Ясно. Хотя у меня этих фреймворков уж тонна. Да у меня то же самое. Все просят и просят. Что за фигня какая-то? Что-то я отвлекаюсь. Еще может... есть более крутая. Более крутой чат. Как же он называется? Не расскажешь? Смотрю. По-моему, мультичат называется. Не, мультичат это совсем другая фигня. Да блин, ты чё меня бросил? Бомба ещё достаёт. Да, бомба. Мультичат. Чё, мультичат? Да, так называется. Ты гонишь. Но она более такая... навороченная.
Там я не понял, как ее настраивать даже, если честно. То есть тоже там несколько чатов поддерживается. Там еще можно и отвечать на сообщения в самой программе. Ну это хорошо. Так что могу вам тоже дать, если интересно, посмотреть. Ну ладно, вот посмотреть. Так, в субботу Денис должен прийти, но не достал. Будем ждать в субботу. Скорее всего, в субботу в 20:00 я буду. Если ничего не изменится. И будет Мегамен. Дюна будет. Вообще Дюна обычно бывает вторым стримом, но не первым в последнее время. Скажем, если быстро мы это отстреляемся, то может и Дюну сделаем после этого. Скорее всего. В смысле? А мы будем отстреливаться? Ай, блин. Да, мы будем расстреливать. Как Рокет желает. Толпу соберем и на расстрел. Уром хакеров. Да-да-да. Ломакса первым. Никак. Вообще никак. Вот гады. Плохая тенденция. Так, 61 всего лишь. Я еще рассчитываю 38. Разделять надо. Пересяду-ка я опять. Стрим идем. Да, точно. Бесполезно ломаться расстреливать, он умирать будет. Да, он еще вам спасибо скажет. Аккуратно. Кстати, да, он это. Устал, да. Вот мне надо такие простенькие комбы. Ну, я тебе, в общем-то, такие и говорю. Они все равно убивают их полностью. Так, короче, Тай создал тему. Ой-ой-ой, я случайно. Я вообще забыл, что у него он держится. Вот такую вот тему он создал. Кто задавал вопросы, вот на них ответ. Здесь. Задавайте здесь вопросы свои. Ты ссылку бросил? Я что-то не вижу никаких. Я бросил не ссылку, а название темы. А, это где? Ну могу сейчас ссылку. Прям сделать. Прям технологии выше. Вместо ссылок название темы. На эмуленде или на мурашке, не знаю. На эмуленде, ну разумеется. Разумеется. Вот. Извини, он на меня сбежал. Убивай там своего. Я добил. Я тоже. Теперь комбу делаю. Эх, за жопу нельзя схватить. Чё-то я безбожно комбу продул. Да, он выложил, я вижу. Все три рома. Выложил, да? Что? Все три рома он выложил. Ну и отлично. Battle City, POV, DT. Так, комбо. Так что теперь вопросов быть не должно. Всё, плохо только, что тестирование об этом не улучшает, короче. Будем, в общем, не очень. Отклик не очень хороший. Имеется обратный свет. Но они могут сказать там, где, о, вот тут не работает, а что конкретно здесь. Неравнодушные могут перечислить бабло на телефон. Ну, это вообще идеально.
да. Надо PayPal или WebMoney. И Яндекс деньги. Ну, отлично. Я сколько у меня на Яндексе осталось. Да задолбали туда подниматься. Вот реально. Вот он мне гад обманул. Ты запинул его? Никак. Пинала я. Комбу делай на нем. Так, надо тогда в конференцию написать такой монстр. Я не успел начать. Опять повисло, блин. Это не у меня. У меня тоже вроде все на месте. Отвисло? Нет, так. Отвисло тоже. Отвисло? Кажется, я знаю. До колена. Так, комбо. Да, блин, задолбали, говорю. Что-то мне так и не дадут, похоже, комбо сделать. Я даже интересовались этим хаком, даже из Румынии люди. Наконец-то. По-моему, DuckTales. Хватит уже меня троллить. Даже. Ну, затроллили меня полностью. Не успеешь. Пока не будет. Стролили меня полностью, бедные. Вы бедный я. Расстроили ли? Ну, капец. Нет. Бомба. Так, я Джунипер. Он полез, Джунипер. Да пофигу. Чё они все вверх-то ползут у тебя? Похоже, мне надо вниз. Вот. Чтобы они не ползли вверх. Да, избивать буду. Ой, я сделал эту фигню. Так, я внизу, короче. Ты как комбо наш спалил? Ну, не, ну я сделал часть. Ах, да. Все, Razor стул. С какой стороны придут, не ясно. Убивай. Справа сейчас уйдет. Так, комбо.
хватай его. Так, я вниз. Так, комбо. Ладно, только он жесткий, давай я его возьму. Ну я опять вверху. Давай поменяемся. Давай. Ай! Да уж. Неприятно. Комбо-комбо, блин, что-то фигня какая-то получилась. Так, комбо-комбо-комбо. Комбо-комбо-комбо. Так, все, надоело его мусолить, прям пошел вниз. Так, все, он труп. Гад. Что он меня вообще разносит? Комбо, комбо, комбо. Но я не буду делать. Ты можешь начать. Потому что этот урод меня закопает. Да что вы двое? Блин, все в куче. Ура, отошел. Ай. Так, нормально, комбо, комбо. Давай комбо. А как же? Так, Денис. Так, это я тебя долбанул, да? Ты меня долбанул. Счастливо. Ой, извини. Чёрт. Так, 19. Комбо. Ну, крылатый кот, он вообще к музыке очень равнодушно относится. Поэтому такие комментарии. 19, руки шело 80 убили. Остался. 19 остался. Ну чё? А ну чё, похватит что ли на сегодня? Не, давай ещё кем-нибудь. Давай. Ну неплохо, неплохо. То есть Липск мы убили в 10 раз больше, чем задумано в оригинале. Это оригинал просто не продуман. Ну, они не рассчитывали на таких задротов. Нет, вы не такие, вы профессионалы. Такое слово надо использовать. Прям отличный прием, так я его люблю. Его, наверное, все любят. Вот этот вот липс. Выбивает. Так, сейчас. Как будто стирает там что-то. А, ты уже вот начал. Вот люблю липс. Смотри. Шел, правда, ничего не видел. Ништяк, да? Это один из крутейших приемов. Как он? Бит, как он называется? Вот, да. Пич фаталити, как в этом Mortal Kombat. Ну вот я про это.
Да что ты, этот бомбан меня убомбанил по кем-то. В конец просто. Смотри, чё. Еще и лагает. Да куда ты хвалишься там? Все по блоку убегу. Комбо. Делай. Да я, блин, пытаюсь его поймать. Не, не сейчас, на следующий двоих. С тобой опять поменялись, надо бы все-таки это... Не, извиняюсь. Блин. Вот чё ты там же, где я? Я хотел видеть его. Так, кого я выкинул? Нормально, ты того выкинул, того, кого надо было выкинуть. Смотри. Видишь, вот это называется команда. Забавно. Вот я говорю, вот здесь таких моментов много, и это надо все уметь делать. То есть у нее кооператив... Что? 6 тут. Опак 6, да. У нее вот у этой игры кооперативность высока. Есть такая же версия на аркаде, на момент, на Mavis, да? И на PlayStation 1. Вот они, в них кооперативность намного ниже. То есть, ну, не дает движок игры, то есть он другой движок, и он не дает так играть, как на Sega. То есть версия на Sega станет самой лучшей. Бадабум, большой бадабум. Да что-то вообще в этот раз ничего не получается. Да. Похоже, нас убили. Не затащим, да. Да потому что ты за дурацкого Razer. Почему? Я урон огромный наношу. Вот откуда он свой ник взял. О, Razer? Да. Не знаю. Может быть. Комбо, комбо, комбо. Хильнимся немножко. Ну, совсем чуть-чуть. Ай. Так, я в туалет по-быстрому. Можешь считать это перекуром. Ой. Лепеска, у тебя в детстве не было, да, этой игры? Не. У меня много чего не было, у меня детство было в этом плане. Да, грустное детство, да? Грустное. Ну, у меня, в основном, я в Дэнди играл, в Сегу-то это, не так, шибко. Mm-hmm. Я же и Сегу из-за Дюны купил, не устаю напоминать. Угу. Я увидел Дюну, и вот думал, ну все, блин. Ну вот знакомься, Липецк, это одна из лучших игр на Сеге. У меня даже рок-н-ролл рейсинга не было тоже. Но мне прислал, наконец, эту игру Доксер. Угу. Доксер мне прислал рок-н-ролл рейсинг, ты прикинь. Ну, угу. Правда, новодел, правда. Ну... Важно, ты же спал, работай. Я запускал, я же в своем обзоре вспомнить все показывал. А не, не, ты, может, новый делал? Нет, я все смотрел. Ты, может, новый такой выпустил? Последний самый. А я, наверное, последний не смотрел. Вот посмотри. Там я на таком, ну, на новом телеке уже показывал, на старом. Может быть, получше там. Кода всяких не было. Да, да, да. А на том-то все есть. Но он, блин... Ну, у тебя одно видео с новым телеком такое? А я не помню. По-моему, это не первое видео. По-моему, второе. Ну, значит, я что-то пропустил. Надо тебе скидку, блин. Ссылку на плейлист дать там. Я же плейлист... Я и так вижу в лип-карт, который я и так вижу. Да-да-да. Ну, вот там, смотри. Плейлисты.
Так. А как они называются у тебя? Вспомнить все. А, они. Посылка номер 4? Ну да, наверное. Да, наверное, две последних я не смотрел. Ну, посмотрим. Вот и шеф пришел. Ну чё, вы Дюну-то собираетесь, нет? Сегодня что? Полчаса. Нет, никто вроде не собирался. Ага. Андрен пишет, где можно обзор посмотреть. Нет, я-то не против вообще. Шо, ты можешь, нас... захачешь апперкот-то в этом, нет? Лень. У нас второй канал свободен. Не хочу. Где ну, можно как... посмотреть? Как будет не лень? Обзор. Сейчас я тебе кину. Всех. Но так как у меня нету нужных... нужной аппаратуры необходимой. Дай, чё это нельзя? Есть, что есть. Слишком уж так критично не относитесь. Вот. Бомба? Да. Вспомнили бы, что я тогда делал. З, ты, З, С. Надо все-таки шел как-то на более быстром. 15 МГц не хватает, по-моему. Надо на 53, вот на котором мы Дюну стримили. Ты только что сказал, что на 15 вы Дюну стримили. Нет, мы стримили Дюну на 53. Который Сегаман там дал, нет? А, на эмуляторе что ли? Да. Да? Не успел, не успел. Нет, про то, что Липецк, мы сейчас стримим на другом 15 МГц. Почему-то у нас вот на том десинхе 53, почему, не знаю. Ну надо бросить один эмулятор. Так я и говорю, они же разок десинхи вызывают. Ну вот видишь, на этом мы сейчас играем, нет десинхи. В Дюну мы играли, не было десинхи. Так, а это один и тот же эмулятор, который мы в Дюну играли? Нет, другой. А, другой. Десинг был как раз на том, на котором мы в Дюну играли. Ну, я так думаю, что каждый конкретный эмулятор для какого-то определенного случая. Возможно, то, что с настройками там, не знаю. Потому что раз Сегаман сам дал, значит он ему виднее, лучше. Видел, Липецк, я закрылся, смотри. То есть я держал противника на головой, а второй противник прыгнул. Да, видел. Забавная такая ситуация. Да что такое? Ну и никого. А Дюну, если только Андрен застримит на втором канале. Цепочек. Да и я никуда не попал. Это идеально просто. Зря ты его поднял, сейчас бы мы его тупо запинали и все. Теперь он нам навтыкал. А что ты там Рокет делал на Краке Лайере? Что ты там забыл? Смотрел что-нибудь. Видел? Сейчас. Ну,
пиздец. Как их там пишет. Ай. Всё. Ой, неудобно. Так, кем я еще не играл? Давай-ка я поиграю в Undertaker. Undertaker. Отлично. Я своего убил. Это что? Я вот не знаю, что им делать этим резером. Вперед, там выбивай. Ну это-то я знаю. А что ты не знаешь тогда? Так больше у меня ничего и нет. Ну, с разбегу ногами хорошо бьет. Вот она, чтобы не перехватили. Его еще эти ножи же. Не бежит. Ну да. Это тоже все малоэффективно. Ну, так сказать. Так и сказать. Блок надо было. Ты ж у нас уже половина. Ну да. Ай! Так. Что уже по времени там? Вы где-то до 8 начали. Это где-то 2.5 часа. Ну да, ну мы уже, я, наверное, скоро. Да? Шо? Не знаю, ты как хочешь. То есть ты еще в полном силу, да? Ну я вот сейчас за Резера играю хреново, потому что я вообще не знаю. Свежая жизнь. Я бы перекусил чего-нибудь. Я конфету сожрал только что. Хитрый. У меня работа конфеты дегустировать. Ушел там в силе, ты понимаешь? Липецк сейчас, видишь, его не на работе, потому что остановили завод Рошен в Липецке. И дегустатор конфет остался без работы на бирже. Ну реально есть такой завод в Липецке. Ну я знаю, я новости же говорю. И опять Резер. Ну все, капец. Но он раньше же не был Рошен. Была липецкая кондитерская фабрика, Липо. Я так как я работаю на этом заводе, я же Да мы не сомневаемся. Да-да-да. Сейчас хрень одна. Комбо. Не достает он иногда. Не нравится мне это. А я чуть не умер. Ты чё, Андрен? Андрен ушел, что ли? Ой-ой-ой. Да, ничего страшного. Что? Ну это же не Дюна. Может обзоры посмотрим. Ну а ты, может, в общем, это. Посмотри, чего я тебе там лежал такой. На досуг. Там, кстати, первый выпуск, там реально там я. Может, кому-то
там это где? На Ютубе где? А ты не видел уже мои обзоры? Я начинал смотреть тоже. И потом сразу закрывал. Я не сомневаюсь. Да что-то я никуда вообще попасть не могу. Что, меня нахлобучили? Потому что ты нуб. Вероятно. Ай, вот я точно нуб. Я успел подумать, кто кого бьет. Тебя там. Попал на него. Зачем ты его бросил? А, он всё... Он умер. Нафиг. Ты к нему какое-то особое чувство питал, что ли? Да. Хотел его попинать еще. Комбо, комбо, комбо. Ой, нихрена. Юзер магия. Ну, блин, а я вот нет. А шо он не магиот? Это нормально, если кто-то магиот, то кто-то не магиот. Это нормально. Они уходят отдохнуть там, за рингом. Наверное. И по новой, штампу. Не, ну чё творят вообще? Потом, как он вообще его поднимает, несколько раз пинает головой. Пол. Играет вообще огонь просто. А, лаги, сраные. Ой, он ещё там, пока ты его поднял, что-то руками машет. Конфеты дегустирует и потом этот ринг. Липецком по одной конфете выдает. Я кто? Я даже не посмотрел. Мы оба Рамоны. Ты зеленый, я розовый. У него хорошие броски, хорошее выбивание, вот это, вот эти удары ножом хорошие. Да ни хрена. У Якозуны эти ведра намного лучше, чем у этого эти ножи. Разор, разор. Вот как он выглядит. В трусах. Хватит меня бить. Ты им говоришь? Тебе. А им что не говоришь? Они их нельзя остановить. Енот полоскун. Где енот? Ты ну блин, швыряет, как будто белье в полоще. Потому что блокируют все. Так это изи же, вэри, вэри. Что все равно все блокируют? Не, как он вот так поднимает? Смотри. И это. Не заблокировал. Молодец. Потаскун. Таскун, который таз делает. Так, спрашивают, сколько еще собираетесь стримить? Чё ему? Он куда-то собрался? Так у нас же нет, а... Не регламентировано. У нас почасовая оплата на ком, так что мы будем сидеть до последнего. Да. Вот смотри, это ты называешь ничего и не блокирую. Бей, бей, бей!
отлично. Я комбо начал. Ты какая-то жесть, короче. Я это видел, я снял. Только что вижу. Все. А нет, не все, нет, я идиот. Оттешься. Да, короче, давай я текера, а ты там выбери кого-нибудь покруче. Проиграли полоскуны. Майкл хорошо играет, всем лучше. Давай Харда возьмем. Нет, Рейзер хороший игрок, в принципе. Да, только не против Дивина. Да можешь делать, что и игроков бы там это прибавлялось тоже. Так это неинтересно. Ну как интересно. Хотя бы один разок появляется. Ну это уменьшает сложность, а мы видишь на увеличение. Мы можем 50 человек поставить, мы бы уже прошли, понимаешь? Да я понимаю, ну хоть и ради разнообразия. Ну кем вообще играешь, не пойму. Я текером. Я тоже тебя бью, человек, смотреть что ли? Ополоскали все. Здесь мы неправильно стоим, надо мне вверх, вверху. Я еще забыл, с какой у него комбо начинается, с цепом. Вот гад. Лепис, скажи. Вот гад. Да на! Никак я не ушел. Лицк свое коронное забыл, похоже. Ты глянь. Вспомнил. Помню. Ну да, идеально. Давай комбу уже. Я начал. Я тоже. Комбо вообще, видишь, какие офигенные липсы. Оригинал, я не знаю, может в каком-то только этом, только в Killer Instinct, и то я не видел. Наверное, нет нигде. Огромные комбо такие, красивые комбо. Он позвал. Ой, я ему ударил вроде. Дурак, что ли, это полная хрень. Перекусить. Чем я сейчас и займусь? Кабель перекусишь. Да мы. А чё сразу кабель? Ну чё там ещё можно перекусить? Ассоциацию какая-нибудь кабель. Чё, комп нет? Ой, вот не в нос. Ладно, ща алюминий притащу, перекуси. Комбо, комбо, комбо. Хватаю. Блин, ну тут много. Ай-яй-яй-яй-яй. Лаги, лаги, лаги. Хватаю его за ноги. Чёрт. Ай, блин, я перепутал, я думал ты бам-бам. Аккуратно, аккуратно. Как скажешь. Чёрт, на тело засмотрелся. Чё-то не успел. Хрен знает. Красивый, наверное. У меня вон такие розовые штанишки. Ну вообще команда розовых. Аккуратно вот с этим. Я фиолетовый. У тебя тоже фиолетовый. Я розовый. Комбо, комбо, комбо. Комбо, комбо, комбо.
Рокет пишет, что цифровой кабель не успел. Нужен аналоговый. Да что ты не попадаешь? Хватай за ноги. А мы идем в ногу со временем. Черт. Мы, если раньше мы ели вкусную пищу, сейчас мы. Кумба. Хватай его. Вот так как не будет. Хватай этого. Ура. Так, осталось теперь вниз уйти. Эх, не туда. Что-то я забыл, что у него задержка небольшая. Я все этот перехват использую. Только им и дамажу основную. Ну, вот это было неприятно. Комбо. Да что ты? Шукер. Да что такое? Все. Слушай, ну неплохо мы так держали. 40 человек, почти 38, что ли. Неплохо так. Хреново. Серова. Скажи какую-нибудь другую у него комбу, кроме ZC. У Дойнка? Да. CZ. Ну, у него одинаково они начинаются, они завершаются только по-разному. Ой. Зря, конечно, это сделал, но ладно. Он пол жизни снимает. Вернограм. Чуть меньше. Треть, что ли. Вот этот вот удар хорошо снимает, но его делать тяжело. Ну, в смысле, реальный вред нанести. Вот этот? Да. Он чудовищно мощный и чудовищно набирает комбо быстро. Чё, правда? Конечно, ты чё. Я его сейчас буду спамить. Ну, тебе большая вероятность того, что по тебе попадут, понимаешь? Ну, зачем вот ты? Так я ж не специально. Он как бы опасен. Ну, ладно, отличный удар. Видишь, комбо как бы оно мгновенно полное. То есть его можно делать постоянно. Что-то он жизни как-то неправильно отнимает. Да остыньте уже. Ой, не того. Я не хотел. Я тоже хотел, но что-то мне не получается. Да, Рокет, мы решили попугаями.
Блин, не та кнопка. Да что такое, что у меня ушатывает? Ну спасибо, вот вам с двух сторон, а. Отлично. Шелла, вот, блин, Рокет, а у тебя-то эта игра была в детстве? Хватит моих уже глотать. Кури. Ой. Я разогнался. Да. Да блин, мать, вот хоть что-нибудь сделал бы, Шелл, вот твой бесполезный этот кулак. Ну вот который ты копишь на X. На Y, на что ты там уже. Ты в это время беззащитен сам и не прикрываешь меня никак вообще. Че тебя там прикрывает? Ты че голый? Ну у них, скорее всего, была эта игра. Чувствуется. Все еще кипятить, куда максимум добирались в 15. Так, неделю стримов, блин, затащит. Потом сделают 200. Нет, можно на харде проходить, там же 5 уровней сложности, так, в оригинале. То есть very easy, easy, normal, hard и very hard. Да, ну там нет режима мотив. Есть, есть. Шелл добавил. Там даже режим офф есть. Это уже идеально. Видишь, как он все у тебя заблокировал? А ты говоришь, не блокируют они. Ну что туда забрали? Не попал. О. Чё? Да это я сжёг комнату свою. А я-то почему не закончил? Не... Ну да, я такой. Ты просто не вовремя его поднимаешь. Ну прикрыл бы, ну чё отходишь наоборот? Помощничек. Бомба. Сверху стоишь, тогда не возникай. Чё я ну вот видишь? Нахлоп. Ну это потому что я криво сделал. Ну, оно, вероятность того, что ты сделаешь криво, очень велика. Это потому что я делаю. Нет, оно реально. Потому что руки кривые. Я прикалываюсь. Блин, он похвалился. Что-то он меня вообще. Да чё делаешь-то? Ну я бы сейчас его убил. Ой. Да, у меня в комбо присутствует энтер. Ну, в смысле, старт. Чёрт.
чего, Алекс, Алекс, что-то там понравилось, чего не знает. Ну как, Брэд Харт, че еще? Он же красивый. Наверное. В малиновых штанишках. Не успел. Видишь, он даже не попадает. Чтоб чужие боялись. Вот как вот вообще ничего не получается. Особенно когда я нажимаю эти кнопки. Все, ложись. А че я не мог перехватить? Потому что мы умерли. Да, до 19, Алекс, мы добрались. Максимум. Ну тут да, тут видишь, играешь, вроде они не бьют, потом выходят какие-нибудь двое и прям нахлобучивают. Так, ты кто? Я Шон Красный. Да. Гэд. Да, ты ж просился. Начни. А я думаешь, помню, как это начинать? Вот так? А потом чё? Ну начал бы я вперёд. А, С. Хорошо. Алекс пишет, блин, сильно потеряли, а то ведь до этого почти без урона держались. Ну да, я уже ему ответил, что выйдут двое и уроют нафиг. На мед нафиг. Только да, не мне. Тебе бы комбо набрать. А, это опять эта дурацкая комбо. Да. С Б. Ну да. Не хочу я ее лайковым другу. А больше нет. У него ну, конечно. У него обе с прыжками комбо. Ну хорошие комбо, я же не буду говорить на 5 ударов комбо или на 10. Это длинные комбо. Лучше б я был отмажен. Ну ладно, буду тренироваться. Там нужно чуть позже наж. А чё после Б? Ничего, все, он прыгает как-то на противника. Ясно. А ты уверен, да, что это конец? Там пни его, пни, нет, ниже ДНК я имею. Черт, в самое мясо забрался одним ударом. Ой. Выйди. Не успел. Что ты не убил? Чё они друг другу рожи корчат? Как они так быстро умирают иногда? Вообще прям моментально. Ну может тройной двойной дамаж, тройной дамаж. Да ни хрена. Как мыться, грусть. Впечатляет, что все их быстро сражают. Не успел. Впечатляет, что все их быстро сражают. Накатить как только они ушли, они сразу у них меньше ХП останется. Я тоже повисла. Что-то у них там висит. Мне кажется, у них инет не хватает. А-а-а.
Малкаши ели. Ну почему-то у всех. Такая вот она липецкая каша. То есть 50 мегабит, подождите, даже 60. Типа, не алё. Потери кадров 0 пишет. Да, Алекс, это отличный оперкот. Это один из лучших ударов во всей игре. Крайний эффект. Я его люблю, я его люблю показывать. Тебя в это время стрим делится. Сам ты не смотришь стрим? Кто, я? Да. Нет, ты что? Я хром вообще не ел, но инстанс. Чуть-чуть осталось его ловить. Вот гад. Как раз перебил меня. Нормально. Меня не повало. Меня тоже. Только по блоку. Меня он перехватил. Ну вот, перетрутаж, говори. Да я да. А, Б. Стекер привык уже к С. А, не успел. Урыли нас. Давай, Кнаклс, пока. Счастливо. Ждем на следующих стримах. Да. Любых. Ой, опять Рейзер. Ой, Рэдхардик. Плохо, вот мне не нравится, что шоу каждый раз переставлять вот вниз. Хрень вообще. Чем они думали, когда делали, я не знаю. В смысле вниз переставлять? Ну, каждый раз вниз, что мы не друг против друга играем. А, ясно. Задолбал меня. Да что ты, терпи уже кого-нибудь. Я что? Ну а кто же? Да я вроде всех тут бью. Тебя меня тоже. Да что ты? Да нет, стрим у вас не обрывается. А на всех трех каналах, что ли, у вас лагает или? Я думаю, что на всех будет лагать. Ну, блин, ну это такой редкий лаг, что как-то не шибко это. Погоду всё делает. Блокирует. Короче, если я беру резер, то я сливаю вообще. Семь соников тебе под килем. Да что вы меня со всех сторон дожмонали? Затоптали. Да что ты? Что с нами не так? Ну давай, не Резера. Ура! Видишь, вот здесь опять каждый раз, ну каждый раз, ну
сделали перед заходом, перед выбором игрока. Че, я Йока. А я Тейкер. Да не бей ты, что ли. А че бить? Че тут еще делать? Бомба, 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 блин. Гад вообще. Не то нажал. О да, комбо, комбо, комбо. О, шикарно. Редко только получается. Или боевой ход там. Не надо лишний раз. Кома. Осторожно. Один хит. Мне, наверное, оттуда. Да пока я думал просто. Я думал, как бы мне поэффектнее его оттуда вышли. Ай, ну дурак. Ты, какой длинный ник у нас появился. Я не ушел, но я как бы уже полусонный. Он пишет: ох, ностальгия. А как же ж? Game Lover from UK. Такой ник. Скажи, я правильно прочитал? Окей. Так, 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 комбо, комбо, комбо. Ну? Ну ладно, я его сейчас добью. Все, он должен быть труп. Просто должен! Косел этот. Комбо, комбо, комбо. Ой. А что это за ребенок? Да как так-то, блин, вообще? Покупок. Капец. А, притворяется тур. Черт, не успел. Как так-то? Че у меня комбо-то, блин? Тогда напомню, что мы стримим хак в Растельмане на Сегу. И увеличен число противников. Вроде бы так хорошо шли потом там в замесе. Ну вот ты чё сейчас стоял, пока меня Тейкер гасил? С 8 до 99. Да. Также у нас играет автохака на первом джойстике. И время заморожено. Да я же нажал блок, какая хрена. Unbelievable. Какая хрена. Да, я забыл, что куда жать. Оп, на фурбуры. Запинали меня. Нет, меня запинали. Мне Харис вот так залепил. Бам-бам. Матч реванш. Пошел вас, Разор. Я ему отомщу. Комбо, комбо, комбо.
что-то говно получилось какое-то. Пинок остался буквально. Отстрибается полный жизнь. Я случайно. Да иди. Да чё-то опять было такое? Ладно, нормально. Комбо, комбо, комбо. Да чё ты там, блин? Я комбо делал. Ну ты подошел ко мне комбо, я и не знал, что делать вообще. Я про Резера говорю. Я не могу просто так пнуть. Как сложно пнуть. Конечно, сложно. Ну, блин. Комбо, комбо, комбо. Комбо, комбо, комбо. Ну я целый, я целый комбо, самый длинный сделал. Да я знаю, тупил там стоял. Ну, шел. Опять ты держал какую-нибудь вонючую. Ну чё я не держал? Да это я что держал? Ну ты любишь и кубик держать, или нет? Что ты, гад такой? Почему он вниз ты сделал? Эх, режим, блин. Реванш не тащит. Да что ты, блядь? Да что ты не пустой? Ай! Прям на весу гад поймал. Ты чё комбо? Не знаю. Я как бы и так его укатал. Давай комбо. Поймать бы ещё этих гадов. Ты прикинь, сделал два удара и сдох. Ну ладно. Блин, опять пауза. Срава. Как ж сложно. Всё. Он похвалился, и днём мне... Ты не представляешь, как мы долго тащили на двух или трех там петка. На мал при малом количестве жизни? Да. Я за Бродхарта ничего не помню. Ну, кроме всех спецударов.
крайних из сторон бобов. Спасибо. Пожалуйста. Какая у него там комбо? CZ, ой. Да, CZ. Да, почти уже 11 часов. Ой, ни хрена, 24 удара аж. Что ты гад, а? Ну я случайно, это было продолжение комбо, а он у меня там стоп. В сторону бежишь. Ой, блин, опять я в интер попал. Там и нету за что. Я нечаянно. Ну конечно, нечаянно. Бедный Якозуна. Я даже комбо не доделал. Ему по морде раз 50, наверное, задвинул рукой простым ударом. Бедный Якозуна. Комбо. Я занят. Нету комбо. Я вижу. Эй, я же Z нажал, почему он рукой-то бил? Ну, видимо, немножко мимо. Не вышло у тебя. А я что-то уже забыл, как делать. Да. Ой, да он труп уже. Делай, делай. Ну, кто же знал то, что они все сторон у них, а? Да блин, я чуть ли не начал бомбу на тебе. Да что такое? Блин, нет, неправильно. Еще такой сижу и думаю, а что, правильно ли я делаю комбо? Давай, за ноги его схвати. Он на другую сторону поворачивается. Шухер! Так, комбо, комбо, комбо. Я завис. Ну что делаешь-то? Ну я хотел схватить, чтобы комбо на него делать. У него жизни не так много. Вот так-то у него полная жизнь к тому моменту. Да вот что? Сейчас у него уже нет ни хрена. Так, комбо, комбо, комбо. Да, я злорадствую.
Блин, на, перепутала. Чё такое? Почему он не перебился? Бросок. Козёл. Ты кто вообще? Я хит. Ты кто вообще? Вот слово чешу два раза. Опять я не доделал комбо. Чёрт, просто в бочку. Твою мать. Поднимись уже отсюда, задолбал внизу шарец. Я так в самом низу хожу. А чё ты хотел? Не бей. Начинай. Пиздец. Сложал. Еле выжили. Помоги. Не того, не того. Перфект. Да уже. Ой, а чё у Лекса? Ну, в смысле, комбо. Это C, A, Z, X, если сможешь. Чё? Ещё раз. Ну, делай его лучше по кругу тогда. C, A, X, Z. Нет, конечно, не затащили. Ладно, всем счастливо. Давай, спокойной ночи. Да. А вы продолжайте. Уже полночь. Совсем. То есть что, CZX? Ладно. Давай, пока. Да хватит меня пинать. До связи. Да я с тобой поговорил, ты корректно буду. И стоит пиная от меня. Отвалил. Да ни хрена не CZ. CAXZ. Хорошо, C. Хватит, нет? Ну, он лоб ставит. Ну, спасибо, я так. Да, пожалуйста. Я сейчас CZ2 нажимаю. Вот ты уже устал, думал, хватит. Я уже есть хочу. Ничего ты не понимаешь. Неплохо, мы сегодня 80. Если просто CZ нажимать, то максимум, чем я могу, это бросить тебя, насколько я знаю.
Отменили, отменили твое комбо. И чё? Отменили моё комбо. Я отсюда нажимал. Ну чё, хватит, наверное, шоу. Отлично, по-моему, давай посидели. Давай последний раз. Давай последний раз, кем ты будешь? Били любви? Дэкером. А я тогда буду Лексом. Ца, да ведь? Да. Ну опять все у тебя там в куче. Блин. Да ты их привел. Решил мне помочь. Опять в центре. Сейчас там меня кто-нибудь с жопы накроет. Комбо, комбо, комбо. Чё? Зашибись, комбо. Да, ебану. Да, ребят, это... Отлично. Не попал. Так, 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 сейчас будут комбо. Комбо, комбо, комбо. Вообще подлый. А еще опять. Че за фигня, не понял. Это не только он сделал. Аккурат, он бешеный. Сейчас остынет. Он забрался. О, ни хрена. А. Вот гад, не долетел, да? Там бешеный гекозу набегает. Он тебя пальцем хайриском тыкнул. Ой, что-то я не вовремя. Нормально, нормально. Я же делал. А, ты делал? Да. А, гад, нет, нет. Хватит уже, блин. Резер какой-то дерзкий попался. Комбо, комбо, комбо. Ой, видел, он видел, задом бегает. Вот, дай-ка я. Так, ладно. Комбо, комбо, блин. Комбо, 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 комбо. Опять? Да как так-то? Рано же раунд жмешь. Наоборот, поздно, скорее всего, чем раунд. Потому что я поздновато что-то нажал вот этот раз. Не попал. А,
гад, а? Осторожней там. Боком. Ниже встань. Окей. Блин. Кто ж знал, что он два раза делает эту фигню? Конец. Не надо. Ого, прилетел. Подонок вообще. Бомбу делай. Да. Конфеты с Кириной летят. Правильно, Рокет. Видите, как перекормим конфеты. Текера замечательную комбу открыл. Это... Сначала, короче, плитами, потом так как обычно тот качается в углу, то сразу же его можно захватить, а потом еще на пол. Ну, АХХХ. В общем, они дохнут как мухи от такой А? Не попал. Да скучно, да. А, как он по лежачему попал. Блин, двое на тебя. Чё, комбу начал? Я не успею. Для меня еще ее отправили. Все, это смерть наша пришла. Че я сейчас сбегу? Это потому что мы в каше. Ну неплохо, в общем. Мне нравится. Конечно, 99 мы не прошли. Но мы прошли 80. Ну, спасибо Шалу. Спасибо всем, кто нас смотрел. Всем пока.